сьогодні ми вирішили провести українсько-польський семінар, тому що приїхали наші колеги, хіропторологи, дослідники кажанів з Польщі, це студенти-магістри Ягеленського університету. Звісно, обмін досвідом завжди цікавий. Ми, в свою чергу, теж їздили в Польщу на конференції з кажанів, котрі проводяться щороку. А от цього року до нас приїхали наші польські колеги, щоб дізнатися, чим ми займаємося. Сподіваюся, чомусь повчитися у нас, ми чомусь у них повчимося. Это нетипичные животные. Человек встречается с ними довольно редко, и поэтому они так сильно меня интересуют, поскольку они летают ночью, днем их не видно, и что-то тайное есть в этих животных. Сегодня мы участвовали в семинаре и будем также принимать участие в отловах летучих мышей на территории экопарка. Также мы очень хотим познакомиться и посетить зоопарк и просто обменяться опытом с тем, как делают и работают люди в центре реабилитации в Харькове. На семінарі ми познайомили наших гостей з тими напрямки роботи, котрі ми ведемо в центрі, а потім планується здійснити польовий виїзд в фільмовий екопарк і там провести відлов, безпосередній відлов кажанів за допомогою павутинних тенет. Це один з методів дослідження кажанів, коли можна їх спіймати в природі. Тільки кільцевання, вимірювання, визначення віку, статі та виду і випуск назад на волю. Для каждой особи определяется пол, возраст, репродуктивное состояние, измеряется длина предплечья, фиксируется вес, и каждую особь мы окольцовываем, чтобы потом, найдя ее повторно в городе или переловив в природе, мы знали ее возраст, откуда она прилетела, и вообще можно отследить историю каждой мыши. Это молодая особь рыжей вечерницы. И сейчас мы ее для начала взвесим. Мы используем специальные баночки. Она в этой баночке чувствует себя защищенной. И вот мы можем посмотреть ее вес 16,9. Это нормальный вес? Да. Для молодой особи это очень хорошо. Одеваем на предплечье кольцо, видите, оно фиксируется как клипса, подобно клипсе. Сейчас я его зажму аккуратно. Вот, и мы видим, что оно свободно перемещается по перепонке и абсолютно не травмирует мышь. Фауна рукокрылых отличается от области к области, поэтому вот с помощью сетей это, ну, самый простой и самый, скажем так, легкий способ понять не только видовой состав, но еще и половозрастную структуру. То есть самки, самцы обитают, взрослые или молодые. А в целом, вот, еще с помощью отлова летучих мышей сетями можно также впоследствии проводить какие-нибудь более серьезные научные работы. В частности, определять влияние ландшафта на видовой состав летучих мышей, влияние каких-нибудь антропогенных факторов, то есть влияет ли, допустим, наличие поблизости населенных пунктов на видовой состав рукокрылых.